Привет, кто еще со мной не знаком, меня зовут Ирина, и сегодня будет традиционный обзор моего заказа по 9-му каталогу. Это те продукты, которые я себе приобрела, также те продукты, которые я неоднократно покупаю, которые я безгранично люблю, то, что мне понравилось, то, что мне не понравилось из продуктов, которые идут по акциям, в общем, будем разбирать. И первое, с чего я начну, это вот с такого, можно даже сказать, подарочка. Это акция, которая будет в двух каталогах. Если размещаешь заказ по каталогу на 50 бонус-баллов и потом в следующем каталоге на 50 бонус-баллов, ты покупаешь такие очки всего лишь за 199 рублей. Скажу сразу, на вид это очень увесистый чехол. Тряпочка, чтобы протирать очки. Совершенно новая упаковочка. Давайте я покажу вам, как они смотрятся. Ну, а вам решать, подходит ли мне такая форма. Мне кажется, это совершенно классическая форма, которая многим подойдет. Знаете, за 199 рублей это очень качественные очки с такой хорошей оправой, и это не дешевый пластик, да, такие они достаточно тяжелые, прочные, то есть я бы сказала, что аналоги хороших дорогих очков. Внутри есть логотип, вот. Конечно, потом уберу наклеечку, чтобы не позориться. Классно смотрится, да, согласитесь. Итак, 50 баллов в текущем каталоге, 50 баллов в следующем каталоге и очки в футляре ваши. Футляр такой тяжелый, объемный, знаете, качественный. Тут, мне кажется, один футляр будет столько стоить. Да. Первая страничка каталога и продукт, который просто обязан быть в каждом заказе, это комплекс с морским кальцием и витамином D. Его даже уже не знаю, сколько упаковок покупала. И заказала еще 3 на семью. Он реально очень-очень крутой. И я отдельно записывала видео. У меня своя есть история. Получила травму спины, когда получала растяжки. Когда я начинала принимать кальций, честно говоря, я его не пользуюсь им постоянно. Можно сказать, больше, да, периодически. Вот, попила, потом забыла и так далее. Лучше всего его применять на ночь. Если вы витамины пьете с утра или в обед, да, то кальций лучше всего принимать на ночь. Отдельно я записала видео, где подробно рассказываю. Кальций – это основной компонент, аквамин, добываемый из морских водорослей. И этот макроэлемент поможет сохранить здоровье зубов и костей, укрепить их. Аквамин содержит не только кальций, это уникальный мультиминеральный комплекс, добытый из водорослей, содержащих кальций плюс 72 микроэлемента. Комплекс добывается экологически безопасным способом из водорослей, растущих в ирландских водах. Кроме того, комплекс содержит витамин D, который помогает усваивать кальций и обеспечивает его накопление в костной ткани и зубах. И сейчас морской кальций вы можете приобрести с 25% скидкой. Такой скидки еще не было на кальций, поэтому ловите этот момент, я запаслась. Далее идут скидки на гели для душа, мыло, гель для интимного, думаю, без меня так разберетесь. Дальше идет солнцезащитная серия, я думаю, уже практически все ей запаслись. Скидки хорошие, она нужна всем. До этого вам рассказывала. Обратите внимание на солнцезащитку и SPF 35 и 30. Мой отзыв, да, мне не совсем нравятся вообще все крема, которые связаны с SPF по ощущениям на коже, потому что они больше тяжеловатые, потому что SPF всегда утяжеляет кожу, поэтому я стараюсь пользоваться более легким, но обязательно тональным, например, кремом, который есть SPF, чтобы была защита. Либо я просто терплю тот дискомфорт, который есть на коже, если, например, я иду на солнышко, мне нужна активная степень защиты. Но здесь очень важно знать, если вы без защиты, если вы без SPF, особенно летом, то это просто трындец вашей кожи. Она убивается
она очень быстро старится, и она тяжело подвержена потом восстановлению. Поэтому SPF очень важен, скидка 45%, это очень здорово. Далее у нас идет новиночка, это очищающий гель для рук. Очень важно знать, что здесь нету рекомендуемой нормы против коронавируса, там не знаю сколько это процентов, здесь 35% спирта. Это в принципе очищающее средство, которое хорошо очищает руки. Ну, например, вы моете руки мылом, там же нет спирта, да, то есть мыло предназначено для очищения. Здесь вот такое же свойство, хорошая упаковочка. Приятно пахнет, нету такого отвратного запаха, который иногда бывает в очищающих средствах, и стоит сейчас по акции 199 рублей. В любом случае тоже так же рекомендую, потому что вот это средство у нас всегда есть в машине, где-то у меня в сумочке, чтобы всегда можно было очистить руки. Новинки — это у нас ароматы, и не будет сегодня обзор женских ароматов, будет обзор мужских. Вот раньше выглядела серия Glacier вот так, сейчас это стекло, которое напоминает айсберг, и у моего мужа даже я не знаю сколько было Glacier, да? Сначала это, конечно же, был легендарный синий аромат, да, Glacier. Мне кажется, это самый продаваемый. Еще, например, лет, наверное, 15 назад вот его скупали коробками. Он настолько уходил, он настолько классный, свежий, беспроигрышный вариант, и те люди, которые разбираются в парфюмерии, они всегда думали, что это, ну, не буду говорить, какой, очень крутой аромат, то есть он дорогой, классный, причем он бюджетный. А затем вышел вот такой Glacier Aromat Fire, и он мне напоминал Фаренгейт, что-то вот такое вот направление, не тот аромат, но вот направление такое вкусное. Я просто обалдела с него, это не первая упаковочка. Вышла вот такая новиночка, это лимон, огурец и амбра. Аромат, мне он настолько понравился, что муж такой говорит, да зачем, у меня еще столько ароматов на полке. Мне это мой аромат, мне он нравится. Причем я говорю, Юра, я помню этот аромат. Мы вспомнили, что когда-то лет, не знаю, может быть 18 назад, у него был аромат Adidas Sport какой-то, да, и вот что-то, мне кажется, вот у меня воспоминания почему-то, может быть, не знаю, те ноты, в принципе, амбра, огурец, лимон, ну, очень-очень классный, безумно-безумно нравится. А, нет, еще знаете, помните, был аромат в зеленой упаковке, по-моему, это тот аромат. Да, помните, зеленый был такой еще, когда он исчез, все судорожно, где этот аромат, точно, Фрети Тют, по-моему, что-то, как он назывался, напишите, точно, я помню, что все просто настолько переживали, когда он исчез. Также в заказе дезодорант Signature я комбинирую между шариковыми дезодорантами, спреями, вот постоянно вот что-то покупаю супругу. Этим плавненько к разделу по уходу за лицом. У меня есть свой бьюти-календарь, наверняка вы о нем уже знаете, слышали, у нас проходил марафон, и этот месяц для меня, он был, наверное, один из самых таких активных по уходу за лицом. Я настолько круто восстановила кожу после угревой сыпи, после всего. У нас сначала, вот недавно еще был марафон, это wellness-марафон, где мы занимались спортом, почистили правильное питание, да, баланс был БЖУ, 2 недели интенсивно, но помимо этого я пошла еще на один марафон, где питание по протоколу, и уже 10 дней я без кофе, без сахара, без конфет, без булочек, без молочки. Это правильное питание, чтобы на месяц, чтобы прочистить микрофлору кишечника, грибки, кандиды, чтобы это все убрать, потому что кандиды питаются как раз-таки вот этим всем. И у меня такая кожа, которая, когда она давно такой не была.
И здесь вы можете, да, опять же, бежать за дорогими кремами, но если вы почистите питание, будет уже совсем по-другому. 17 июля я сутки не ела, был ужин, и потом только в 19 часов, это было овощное рагу из капусты и кабачков, я узнала, что такое экадаши, это два раза в месяц, на 11 и 26 лунный календарь, когда луна движет океаном, и это самый классный день, когда идет чистка всего организма, когда водой вы промываете все шлаки, всю гадость, да, все оно вымывается. Есть еще холодное голодание без воды. То есть вот это вот направление я изучаю. Я хочу сказать, что настолько идет самовыздоровление организма, это раз. Во-вторых, в это время мне кажется, не было ни одного дня без масок. Каждый день это маска, это энзимный пилинг. Плюс я сходила на карбоновый пилинг и ультразвуковую чистку лица. Крема, маски начали совсем по-другому работать, и я просто балдею. И начала изучать систему ухода, я начала изучать компоненты более профессиональные, в такую, знаете, тяжелый люкс нишу, там компоненты стала изучать, мне это просто интересно. Кроме того, то, что я постоянно покупаю какие-то палетки, например, вот это вот Наташа Денона, Шарлотт Тилбери, и вот не успела купить палетку, как я уже засматриваюсь на другую. Наташа Данона выпустила новую палетку, и все, у меня до истерики, я ее хочу, это осенняя палетка, точнее не осенняя, а бронза, вот, я ее куплю, то есть мне каждый месяц требуются новые палетки, и там, короче, есть акции, в общем, мне присылают как косметику, ну, там travel-версия, да, и когда вы пробуете миниатюры, есть, да, конечно, там просто бомбические средства, но они сумасшедшие, стоят деньги, там масочки от 5000, там крема там 5-10, сыворотки еще больше. И, знаете, я понимаю, что вот если там, вот сейчас мир по уходу за лицом, он настолько изменился, и если там раньше был там, ой, там 5-6-этапная система по уходу, то сейчас современный мир, современные женщины, помимо уходов, да, где там дневной, ночной крем, сыворотка, обязательно это такая либо серум, либо это пептиды, либо это ретинол, да, то есть это дополнительно, это считается норма, дополнительный уход, так же, как и патчи, так же тканевые маски и так далее, да. Индустрия вот именно ухода за лицом, она настолько быстро развивается. И мне нравится то, что компания идет в ногу с этой модой. И мне тоже говорят, вот у нас там появились, все ждали патчи под глаза. А компания не спешила это делать, она не хотела делать очередную там упаковку все по 99, да, и где содержится, да, все говорят, ой, там вот вышли патчи, ай-яй-яй, какие они дорогие. Когда я была в Японии, я покупала патчи под глаза. Это, знаете, о том, что там 50 штук за 5 копеек, не помню, сколько они стоят, ну, в принципе, они не были бюджетными, но когда мне говорят, что вот там за такие же деньги можно упаковку патчей купить, ну, ребята, это вот патчи, которые уже прошло 2 года, я до конца их не использовала. Ну, во-первых, влага испаряется. Ну, во-вторых, это вот, ну, просто вот возьмите обычные, если хотите бюджетные, да, не хотите деньги тратить, возьмите просто диск, разрежьте его напополам, смочите в тонике, приложите, но это будет примерно то же самое. Это не то. А гидрогелевые патчи – это совершенно другая текстура, консистенция. Это гиалуронка, это ниацинамид, это масло шиповника. И вот эти три компонента, которые содержатся в вот этих вот патчах, мало того, что я даже сравнила их с люксом, и есть такой бренд Эскицу, и там патчи стоят 1100 с чем-то рублей, вот такие вот патчи гидрогелевые, причем я сравнивала их по составу, по формуле. Вот знаете, вот то, что вот пишется состав, формула, да, чего, на первая строчка, да, это больше всего компонентов, состав, да, и потом все меньше, меньше, меньше. Это понятно, что каждая компания, у них своя формула, какая-то своя разработка, какой-то патент. Первая часть у них одинаковая. А вторая, там третья, понятно, по компоненту, но там
Также в этих патчах ходит гиалуронка, входит ниацинамид, а ниацинамид, если вы видите в косметике, это косметика уже более высокого премиального сегмента, ниацинамид очень дорогой. И масло шиповника, масло роз, еще есть масло календулы, в том составе еще какие-то масла, другие виды, но просто говорю, что и вы должны понимать, что дешевый продукт, там будут дешевые компоненты. Так выглядит. Их можно нанести не только как под глаза, также перевернуть на носогубные складочки. Сюда такой приятный охлаждающий эффект. Если раньше там, ну понятно, там подростки, у них гормональное нарушение, идет баланс, то сейчас каждая вторая женщина в возрасте страдает прыщиками. И прежде всего это и гормоны, и стресс, и воздух загрязненный, и питание. Вот питание, девочки, вот почистила питание, и я поняла, насколько может моя кожа выглядеть по-другому. И я безумно рада, что появилась такая серия, так же как компания не спешила ее выпускать, потому что это прежде всего это... Это формула, разработка формул, это тестирование, причем иногда даже серии тестируются не один год. Это очень крутая серия, в состав также входят очень дорогие компоненты. Когда вы посмотрите, да, вы можете опять же также сравнить с премиальным сегментом. Я даже отдельно изучала каждый компонент, смотрела в каких линейках, в каких сериях, но я об этом вам не буду говорить, зачем это вам надо, это мне надо, важно, мне интересно просто изучать. Наверное, уже 2 месяца я пользуюсь матирующим гелем, он у меня заканчивается, в следующем каталоге я его себе обязательно приобрету. Я смотрела, думаю, в этом каталоге нет, я в следующем, там чуть-чуть его осталось, буквально пару капель, матирующий эффект, и он уже позволил мне сделать кожу мою лучше, чище, классное средство. И опять же таки, не ждите от этой серии мгновенного эффекта, помните, что ваша клетка кожи, это сколько примерно вам лет, столько и цикл клетки, и столько дней начинает потихонечку действовать серия. Да, мы можем получить мгновенный эффект, используя какую-то там маску, но вот пролонгированный эффект, повлиять на кожу, на вот состояние, это все-таки длительное действие, если мы еще говорим о коллагене, эластине, да, вот как раз-таки каркас нашей кожи. Вот такой вот капелька, есть здесь пипеточка, то есть наносим точечно. Вчера попробовала эмульсию против воспалений, это как в виде крема, дозируется, вот так вот выглядит. И первое — это запах. Если вы давно в компании Oriflame, то наверняка помните, что у нас была серия Bioclinic. И был крем для проблемной кожи. Я вообще не знала, как без него жить, когда он пропал. А именно этим кремом я спасала мою кожу, потому что вот именно высыпание — это на протяжении у меня всей жизни. И это такой же запах. Мне кажется, эту формулу улучшили, трансформировали, доработали. Но вот этот запах, этот крем, и я очень-очень-очень рада. Да-да, кстати, вот так выглядел крем Bioclinic. И давайте посмотрим состав. Это центелла, масло тамино, салициловая кислота. Это действительно те компоненты, которые были в основном составе серии Bioclinic. Этого, там есть липоаминовая кислота, да? И говорю, что вообще сейчас настолько модно использовать дополнительные пептиды, трипептиды, чтобы были ретинол, добавляются серумы, да, вот эти кислоты, масла, да, это такой рынок, что я вот сейчас вот начинает вникать, и у меня просто вот так вот волосы дыбом, боже мой, это надо же во всем разбираться. И очень классно, что вот этот богатейший состав компания уже за нас продумывает и просто упаковывает вот формулы, да. Вы можете, конечно, все это отдельно покупать и также использовать для проблемной кожи, потому что я вот начала изучать больше вот это направление. Вот, в общем, средства очень крутые, сейчас они идут со скидкой, и помните, да, что если вы в компании Oriflame, то если вы размещаете заказ на 150 баллов, раз каталог, вы можете покупать какие-то средства с 50% скидкой. Я знаю, что, например, в следующем каталоге я обязательно себе куплю средства вот это вот с 50% скидкой, также, например, вы можете полностью всю серию на Veg себе потихонечку-потихонечку покупать. А еще у меня радостная новость. Мне компания в подарок прислала ноутбук, и сейчас супруг загружает все приложения. Есть какие-то там гивы, розыгрыши, вот сделай то-то, 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 и, может быть, ты будешь участвовать в розыгрыше подарков, но даже не факт, что ты их получишь,
и тебе их отдадут. Вот я часто переписываюсь с девчонками в Инстаграм, даже есть кто выигрывал, их просто не отдавали подарки. Здесь в компании Oriflame все просто. Делаешь определенные действия, акция, и ты гарантированно получаешь вот такие подарки. Как лидер я получила в подарок, то есть только за акцию активности премию 5000 рублей плюс ноутбук. Сейчас акция для лидеров активности помимо основного дохода будет премия 10 тысяч рублей, да, и постоянно что-то идет. Я уже не говорю о сумасшедшей рекрутинговой кампании, где мега крутые подарки, да, я вам показывала обзор на щетку Philips, это кофеварки, это робот-пылесос, это все что угодно. И, кстати, там будет увлажнитель воздуха, обязательно его закажите. Листая дальше, я вижу, со скидкой идет эссенция. Стоит заказать? Очень стоит, потому что, еще раз, я смотрю, сейчас есть специальные сыворотки с пребиотиками, а здесь такой объем и очень-очень крутой продукт. Когда я им пользуюсь в системе всегда-всегда-всегда, да, не забываю, я просто сразу чувствую, что кожа становится другой. Как чуть пропускаю? Ну, знаете, это всегда. Вот попробуйте из борща убрать хотя бы один компонент. Будет борщ? Ну, нет, будет совершенно, будет просто супчик. И это точно так же. У меня в заказе есть wellness, не буду подробно рассказывать. Уже несколько каталогов подряд, обзоров вы можете посмотреть. Там рассказываю про то, что покупаю. В прошлом каталоге был томатный, сейчас вот такой супчик. Плюс у меня еще в запасе есть несколько коктейлей. Я сейчас коктейли не пью. Мне сейчас даже коктейльчики нельзя, потому что там есть сухролоза. В общем, даже если чуть-чуть капельку есть намек на то, что сладкое, даже фруктозе там, даже черешню нельзя. Можно чуть-чуть, не каждый день, и то только с утра. Вот для меня настоящая пытка – это не есть фрукты. Яблоки нельзя, только можно запеченные, и то зеленые кислых сортов. В общем, я не знаю, как продержусь 4 недели, но то, что я ощущаю на коже, состояние своего здоровья – это важно. Очистить от этих всяких. И потом дальше буду есть черешню и все остальное, и волос. Следующая страничка – это масла для волос. Ну, я думаю, что практически у всех они есть, не буду рассказывать, но это как бы свят-свят. Для VIP-клиентов у нас постоянно идут какие-то закрытые распродажи, какие-то акции дня, компания что-то скидывает. В прошлом каталоге, по-моему, была очень крутая акция на краски, но так как я сделала заказ, я облизала, ну, думаю, ладно. Ничего, закажу в следующем каталоге. И взяла себе троечку. Я опять хочу быть черненькой, но хочу добавить вот такой красный отлив. Например, пачку использую вот этого, плюс полпачки такого. То есть у меня идет на два окрашивания. Я экспериментирую, и кто, если не помню, не знает, да, то уже 10 лет я крашу только красками Oriflame и отрастила волосы. Они сейчас у меня такой длины, как никогда такой не были. Вот. И я не хочу экспериментов. Ну, в салонах имеется в виду. И мы переходим плавно к следующей новиночке. Это Swedish Spa. Это диффузор. Наконец-таки у нас появляются ароматы для дома. Очень рада, потому что я регулярно покупаю вот такие ароматы. И поверьте, хорошие ароматы, они стоят совсем не бюджетно. Такие вот палочки. И посмотрите здесь, какой объем. Если вы знакомы с ароматом, с шведским спа, бриз такой, да, вам наверняка это понравится. Чтобы, например, если вы хотите, чтобы был меньше расход, просто уберите палочки, оставьте 2-3. Так, если хотите, чтобы работал так, как есть, на полную мощность, то пожалуйста. Еще раз говорю, что настоящие ароматы, настоящие масла, они не стоят дешево. Поэтому, если вы видите цену, не пугайтесь. Он стоит там что-то 800 с копейками, да, он того стоит. Следующие странички, и мы переходим к серии для ног. Да-да, если вы думали, что также приобрести в этом каталоге, то обязательно обращаю внимание на эти странички, потому что, ну, ухоженные ножки, мы одеваем босоножки, и пяточки в это время года, они очень быстро иссыхают. Даже я помню, где-то мне было 16 лет, я плакала от того, что у меня лопались пятки, это было прям в кровь, я не знала, как, что делать. Я вроде мазала кремами, но вообще практически ничего не помогало. Сейчас, конечно же, этого нет, но наверняка это потому, что я принимаю витамины, я слежу за питанием, плюс крема, да, крема. Вот крема Oriflame, они очень круто работают, и уже есть столько историй, да, когда
Вот больше всего страдают бабушки, да, когда там старенькие бабушки. Если вы хотите сделать подарок даже какой-нибудь там бабуле, да, вот хотите вот подать, вот купите крем для пяток, пройдите, увидите бабушку, которая просит, да, просто подарите ей крем. Она будет вам благодарна, расскажите, как его использовать, потому что у меня... Я помню, у бабушки она настолько страдала с этими пятками, это больно, когда лопается в кровь. Вот, и это у нас великолепнейшая просто серия. Я в этом каталоге себе впервые заказала гель для снятия тяжести в ногах. И впервые также заказала крем для загрубевшей кожи. Я не знаю, почему я хотела себе сделать еще заказ. У меня вот заказывала пенку мусс. Это пенка, она нажимаете, она прям искрится. Она, я не знаю, это настолько классно. Вот если я куда-то еду, я ее настолько берегу в поездке куда-то, где очень долго хожу, потом прихожу, наношу пенку, она просто чудо. Она охлаждающий класс, и почему-то этой пенки нет. Я не знаю, если ее сняли, то это просто катастрофа. Ее могут только снять в том случае, если люди не покупают. Может быть, люди не разобрались в этой пенке мусс, как понимаю, что вот что-то вроде ее заменили на крем. С другой стороны, если вы куда-то едете, то вы знаете, когда вы перелеты, там очень плохо относятся вот к таким вот средствам, да. А здесь, получается, вы берете крем с собой, да, и вроде как эффект уже такой же. Я вчера нанесла, было очень приятное ощущение, но для меня мусс, конечно, круче. А я купила впервые вот такие вот напяточники. Причем и они уже не первый каталог в продаже. Первый раз как-то пропустила, второй раз как-то забыла, в третий уже не было на складе, да, а наконец-таки их приобрела, сегодня сделала, нанесла вот такой вот крем, да, нанесла на пяточники и легла спать. Ну что, с одной стороны хорошо, вы не надеваете носки, здесь идет эффект сауны, то есть крем работает, крем размягчает вот эти вот пяточки, ну и эффект, конечно, вау, классный. Что говорить, вот прям чувствуется уход, и ваш крем просто будет работать в 3-5 раз круче. Также в этой серии есть и спрей для ног, и маска для ног, да, присмотритесь, спреи я давным-давно не покупаю, потому что в одно время я их затарила, ну реально, я не знаю, штук 20, потому что у нас был реальный расход, была какая-то смешная акция с 80% скидкой, у меня муж сразу: «Бери!» Ну, как будто коронавирус. Мы не знали, что это такое. Но, в общем, я набрала. И с тех пор, понимаете, из-за того, что муж сейчас со мной дома, как-то нету такой потребности использовать спрей для ног. Ну, разве что иногда дочь, когда бегает на тренировке. Ну, так, конечно, это бомба. Сегодня я не буду много рассказывать о декоративной косметике, но то, что я боялась пропустить, я даже заняла страничку, вот так, каталог, это карандаши для глаз. Мне настолько они понравились, причем последний карандаш, вот что я вам однозначно рекомендую, это купить темно-коричневый карандаш. Есть еще красно-коричневый, но вот темно-коричневый это просто must-have всех визажистов, и он очень классно наносится и растягивается. Если я раньше любила гелевые подводки, именно такие гелевые, когда вы наносите, растягиваете кисточкой, то это вот такой эффект, когда вы нанесли, а потом растянули кисточкой, и он так трансформируется, он настолько становится устойчивый карандаш, он мега крутой, да, он не смазывается, не растекается, да, и вот эта вот кремовая текстура. То есть именно если я хочу крутую четкую подводку, то это, конечно же, вот такой карандаш. Очень сильно его полюбила. Также у нас со скидкой есть тени, много декоративной косметики. Об этом говорить не буду подробно. Почему? Потому что у нас с 29 июня запускается марафон макияжа. 7 дней, 7 новых образов, где мы будем прорабатывать, рассказывать про макияж, про техники, про нанесение. И мы будем его вести совместно с Натальей Жученко. Она снималась для каталога компании номер 9 в прошлом году. И также сейчас в рейтинге она входит в топ-5 визажистов премии Beauty Awards, которая премия идет на 1 000 000 рублей. И там приз идет, главный приз это поездка в Стокгольм. Вот, так она идет в топ-5 визажистов по проведению онлайн марафонов. У нее 309 макияжа она сделала. И вот, честно говоря, вот я настолько люблю макияж, но чтобы столько времени, то есть она
полностью она убрала команду, бизнес, построение, и она настолько сфокусировалась на изучении макияжа, на технике, на раскрытии продуктов. Даже я у нее сейчас учусь раскрывать по-другому наши продукты. Поэтому у нас будет марафон. Если вы не зарегистрированы в компании Oriflame, то вы можете написать. И если вы являетесь партнером нашей команды, ну, будет часть, конечно, информации в открытом доступе, но мы это делаем в рамках нашей команды эксклюзива. Вот там будет обучение. Есть скидка «Маскирующая палетка», но сейчас идет акция, закрытая акция на сайте. Она 199 рублей. Я себе ее приобрела. Это средство, без которого я реально не могу, не обходится мой макияж, потому что у меня вот здесь очень сильные темные круги под глазами. И кто иногда меня видит в сторис, да, когда я рассказываю что-то, я без макияжа, на тренировках бегу, мне такие: «Ира, у тебя что-то, ты заболела, что-то у тебя течет, все». Нет, просто и у меня, и у моего ребенка вот здесь вот очень сильная синева, это как бы наследственное. Вот, и на любые съемки первое, что мы делаем, это мы всегда и мне, и ей замазываем синяки, поэтому для нас эта палетка прям сос. То есть только вот в этих местах, не протягивая дальше, потому что здесь идет кремовый такой вот консилер жидкий, только вот эти вот зоны. Очень-очень люблю. Перекрывайте синяки, все. Еще в этом каталоге Cushion идет со скидкой, и это моя безграничная любовь. Наверное, уже 2,5 месяца, как вышла эта новиночка. Он мне настолько понравился, что я заказала еще второй, но только сегодня открыла свой Cushion, и сейчас я делала макияж уже с ним, была, наверное, часов 5 весь день, ну, полдня точно проходила. Мне нравится, как он легко лежит. И для лета, мне кажется, это самый идеальный вариант. И вы всегда спрашиваете у меня, какая помада на губах. И одна из моих любимейших помад – это вот такая вот помада. Бомбическая текстура. Я не знаю, как эта помада может стоить со скидкой 169 рублей, но реально она не стоит этого. Мало того, я вам хочу сказать, что я себе купила уже, если вы знаете, знакомый Шарлотт Тилбери, мне нужно было узнать самый популярный оттенок, ну какой же там, все инстателки просто с ума сходят по нему, и у нас есть такой же оттенок в серии Giordani. Мало того, этот запах похож на помаду Шарлотт Тилбери, представляете? То есть та стоит она в районе 3000, да, помада, и вот это, я, девочки, ну вот я просто вам хочу показать, у меня в запасе много этих помад, потому что они у меня лежат в каждой косметичке, потому что я всегда теряю, где же у меня моя помада любимая. То есть, конечно, миксую, там у меня в этой сумочке. И, кстати, я сейчас иду на кастинг у нас у дочери, и я увижу свою подругу, я ей подарю помадку. Надо отложить. Я знаю, что ей этот оттенок подойдет. Это вообще настолько классный презент. Все. Ну, а пока я записываю обзор каталога, Буська мне помогает. Бусь. Если вы обратили внимание на мой лак, да, это лак Oriflame, это лак The One. Поверх я нанесла вот эту базу, и я поняла, что эта база работает не только под гель-лак, была новинка в прошлом каталоге, но также и под любые лаки. И мой отзыв, да, вот этим лаком, у меня есть еще розовенький лак, первый я нанесла, плюс красный лак, мне хватило ровно на 3 недели 2 нанесений. То есть в воскресенье я нанесла вот этот, то есть на 3 недели у меня хватило 2 нанесений, розового и красного лака. И сейчас я нанесла вот такой лак, да, под базу. У нас будет сейчас акция 1 плюс 1 равно 3, и классная вообще акция на декоративную косметику. Вот, в принципе, это был весь мой обзор каталога, мой заказ, мой честный отзыв, как он на самом деле есть. Пожалуйста, пишите в комментариях, что вы себе приобретали, потому что это реально очень крутой сейл-каталог. И до следующих встреч, до следующих обзоров. Пока-пока!